Просто на каждого из нас действуют свои обстоятельства, и они определяют рисунок нашего поведения. И об этом говорит социальная психология. Но, конечно, какой бы эксперимент вы ни ставили, Зимбардо с тюремными этими играми в Стэнфордском университете, с Милгромом, который там заставлял людей бить током, значит, других людей и так далее. Вы всегда обнаружите тех, кто откажется. Но они откажутся в этих обстоятельствах и не откажутся в других, потому что важно понимать сам принцип. А принцип состоит в том, что всегда могут найтись обстоятельства, которые заставит человека поступать иначе, не так, как он думает в соответствии со своими установками, там, внутренними какими-то императивами, которые он считает, его определяют.